Спрашиваем, когда есть о чем спросить. Наша рубрика «Три вопроса» помогает новорингойцам узнать правильные ответы на интересные им темы. В этот раз мы спросили про спорт. Что именно, смотрите далее. В какую сторону движется развитие спорта на Ямале? Вообще у нас ежегодно идет увеличение количества числа занимающихся физической культурой и спортом. Если мы берем граждан нашего округа, если брать по отношению с прошлым годом, это ежегодное увеличение где-то процентов на 5, но идет по массовому спорту. Что касается развития физической культуры, физкультуры – это реализация комплекса «Готов к труду и обороне». Вот. В этом году у него был 5-летний юбилей, уже 5 лет, с каждым годом он набирает свои обороты. То есть любой, у кого есть желание заниматься физической культурой, может принять в этом активное участие и получить тот или иной знак. Появятся ли на Ямале новые профессиональные клубы помимо волейбольного? Есть такие предложения, да, они имеют место быть в рамках реализации и национального проекта до 2024 года. У нас планируется построить достаточное количество спортивных объектов, в том числе и ледовые дворцы. Вот. И что касается хоккея, в планах есть. Мы будем рассматривать предложение, работа в этом направлении ведется. Если брать профессиональный волейбольный клуб «Факел», он, конечно, с большой историей, там это уже более 20 лет, и все это начиналось там с любительского уровня, и сейчас мы уже достигли довольно-таки высоких побед и больших вершин. Какая работа проводится в социальных сетях? В социальных сетях ведется информационная работа, которая направлена на популяризацию и пропаганду здорового образа жизни и либо того или иного спорта. У нашего департамента есть и аккаунты в соцсетях, и аккаунты в инстаграмах. Как и, в принципе, и в большинстве других городов, те или иные управления имеют свои выходы в соцсети, потому что сейчас большинство людей, они находятся там и черпают оттуда всю информацию по различным там событиям и по различным спортивным мероприятиям.